Я не гнался за уроном в лицо. Потому что у меня нету ни одного Ивиса Рейта. У меня, в принципе, ну что, из Чарджа один матрос, да, за двойку. Тем более, у меня, может быть, Алекстраза выйдет. Вот, поэтому... Нет, я лучше спокойно. Учитывая, опять же, то, с чего я начинал. Ремувалов сейчас похоже на то, что очень мало в игре. Поэтому, чем лучше ты держишь стол, тем более, большая вероятность, то, что ты выиграешь. Так, это я оставлю, но на первый ход я его доставать не буду. А может, и буду доставать. Да, наверное. Хочу тебя оставить. Он, в принципе, неплохой для темпа персонаж. Ладно, давай ставлю. Я могу оставить 2-1 и заставить его монетку использовать. Могу использовать этого самого 2-1 на третий ход. Сейчас очень многое зависит от того, что мне придет стоп-дек. Если мне придет единица или какая-то тройка, да, то я не буду матроса разыгрывать. Вот. Ну, если обидеть сержант, кстати, придет, то, скорее всего, как раз-таки разыграю. Вуду доктор. Вуду доктор я вообще легко отдам. Кто хотел увидеть Вуду? То есть здесь я с удовольствием, чтобы он заставлю его разыграть монетку на выстрел. Это все же полезнее чуть позже с рывком. Привет, Вивис. Ну такое. Я, конечно, могу за Вэлью погнаться. Но нет, я не буду гоняться за Вэлью. Мне и так нормально. Интересно. Не, Алекс сразу я так и не, вообще в руку не увидел, не положил. За все игры. Окей, ремувал. Взять живым. Если разыгрывается, значит, с пиратиком, то получает плюс один, плюс один. Такой эффект. Ладно, я разменяю. У меня кончается время. Ну, конечно, плохая карта. Ну, ладно. Дроу так дроу. За дело. Отсюда только в больших. Олснит Кроссер. А что еще хорошо? А какие еще легендарки с Дезратлом? Маздорма не очень. Никаких из новых леп ничего нету с Дезратлом. Блин, а только и получается, что Олдснит Крошер самый лучший. Ну можно Сильванович какой-то, но... Приятная сова. Сова очень неприятная. Ну хорошо, давай особую доставку. Он, в принципе, монетку потратил. Это тоже хорошо. Я могу немножечко поагрессивнее на него надавить. На следующий ход, наверное, путь через глубины и слетит. Крючок. Ну и даггер, само собой. Что же делать? Взять живым или мертвым. Больше дрова. Но демот, вернее, вот эти вот.
Ну да, мне лучше, конечно, так сделать. Ну, давай. Есть какой-нибудь зверь у меня? У меня кабанчик есть. Ай да кабанчик. На 4 маны даже так не получится. Да, здесь мне желательно все же уже путь через глубины разыграть. На этот ход. Ну да, наверное, раз-два. Сделаем. Себя. Может быть, его придется. Не знаю, посмотрим. Какие-то тяжелые карты у меня остались в колоде. И двое куча. С7 здорово. В принципе, да, такие неплохие единицы у меня остались. Что же делать? Почему Играс? Увидела рекламу на моем канале? Так она всегда была. У меня кончается время. Что хочешь, то и получишь. Окей. Фух. Ну да, давай мы начнем с вот этого. Да. Да-да-да. Мне жалко от флеймстрайка-то умирать. Я вам еще хочу сказать. Что я буду на следующий ход делать? Разыграю я тебя. Бесиками достану. Ну да, могу. Ну да, как-то жалко его. Да, его я буду потом разыгрывать. Хорошо. Ну, вернее, да, на следующий ход я могу сделать его и его достану. И это достану. Давай. Может быть, ударить стоило. Ну ладно, я не буду, я пока еще ход придержу. На следующий ход я буду делать все. Девятый ход его. Здорово. Флеймстрайк. Да, тут флеймстрайк хочется. Но я к нему готов. Что же делать? Фаербол. Ну, ладно. Никак. Ну, тоже ладно. Арканбласт? Или Айсленс? Арканбласт, мне кажется, он бы... А, ледяной шок. Ну, хорошо. Да, Арканбласт, мне кажется, он бы немножечко так... Увереннее бы, скажем так. Бросил. Придется его не делать. Ну ладно, я кабанчика хорошо, в принципе, разменяю. Это тоже достойно уважения. О, имя света. Не. SI7 Agent комбинация. Shadow Pan комбинация. Ладно, да, я оставлю его. Ну, под Mind Control Tech, тем более подставляюсь. Ну, зачем он? Он не такой обязательный.
О, это плохо, это очень-очень плохо. Потому что он у меня полиморф всякий наберет. Дурацкий. Ну, с другой стороны, я могу в лицо им пойти. Да, давай я пойду в лицо. Поживее. Взять живым или мертвым. Первая карта с вот этого парня, которая достойная. Че, издевайся надо мной? Мне это надо. Ну давай. Я беру тебя. Может быть, был смысл ударить ему в лицо, потому что я могу 3-3 ударить и даггером на следующий ход и добить его. Мне кажется, он сейчас мне как-нибудь ответит. Думаю, что там есть теперь. Да, забвение ждет. Я еще вернусь. Окей. Ну что, время умирать. Я выхожу из дерьма. Нет, потому что оставался бы 1-0-1. Таунт. Мне это не устраивало. Может быть, я Скарлетт оставлю. За молот рока! Будь начеку. А, нет, тогда все оставлю. Ну, тебя, может, уберу. На первый ход разыграть. Я могу на первый ход разыграть. Да-да. Что-то посерьезное. Посерьезней. Может быть, какого-нибудь крошера достать. У. So nice. Троги сила. Ну, давай. Не, ну барак слишком долго, я эти возьму. Ну, это расхититель гробниц. Да, наверное, расхититель гробниц лучше возьму, чем вместо... А хотя и тут монеты здесь тоже есть. Да, эти, ладно. Лучше эти. На Европе играет. Ну, ладно, я не против. Брать его. Хочу ли я его убрать, или я доставлю на Скарлетт? Вопрос. Наверное. Значит, если я сейчас достану даггер, уберу его. Это меня, в принципе, сэкономит здоровье, но это, в принципе, не так уж важно. На следующий ход будет Йети, потом будет 3 плюс 2. Не, я достану Скарлетт. Скарлетт хорошо с ним разбирается. Ну, Эрдшок, конечно, всегда проблема для Скарлетт, но... Там-то там... Ну, ладно, два урона это
не катастрофа, учитывая, что все же у меня есть электроза. Если что. Примкни к нам. Северные волки готовы к бою. Ну, могу разменять так. Так много вариантов. Могу сделать просто так. Заспамить стол. Ну, убьет он меня, ударит меня на 6. Это больно? Вообще больно, но... Она знает. Хорошо, давай. Сделаем. Такой ход. Ударит на 6. Ничего страшного. У меня все же и таунт есть. Вот, и Алекстраза потом. Я, не дум... я думаю, что я доживу до 9 хода. Вот. Окей. Space Base. Я могу все зачистить. Да, к сожалению, Shadow Pan не достану, но ничего страшного. Ничего страшного. Запчасть поможешь достать Shadow Pan. 5 урона. Не, я лучше, конечно. А, надо подумать. Надо подумать, надо подумать. Как я хочу. Наверное, 2-3 нормально надо убить. А, и раз, два, три ударю. Наверное. Да из тебя сделаю, тебя сделаю. Давай начнем. Окей. Примкни к нам. На самом деле я не очень не. Может быть, 1-1 таунт был бы лучше. На самом деле. 3-3. Я готов, сэр. Просто как бы его сразу больше желания убить. Значит, раз. Нет, подожди. Так много вариантов. Как не убивать их? Ну, забью я на них. Ну, одного с того. Вот этого уберу. Да, пожалуй. Я не могу это сделать. Я даже даггер оставлю, о чем я? Мне надо решить. Давай 3-1. Нет, это лицо. Ну, сейчас посмотрим, на кого подышать. Какая-то эволюция, да, будет плохо, но... Победа за тобой. Не будет эволюции. Даже первый мне не нужен он. Объедини сержант для занятия стола. Да, пожалуй, оставлю. Давай, что-нибудь еще поищем. Иди сюда и сражайся, трус! Не, больше для аренды. Я очень не против, если он достанет 2-3. Я только даггер могу сделать. Ну, ладно.
не тупой. Что-нибудь, пожалуйста. Давай начнем. Давай. Иди сюда и сражайся, трус! Конечно, все плохо у меня для старта, но что поделать. Здесь бы SI7 бы даже сыграл. Но, конечно же, правильнее было его ему леганить. Нет, плохой старт, это не луз. Тоже пока не делает ничего прям уж сверхвнушительного, поэтому... Ну, здесь я, наверное, сделаю тебя, потому что... Ну, да, про... и с 2-3 разбирается неплохо, и в любом случае Fireball съедает ее, и... Ну, конечно, этот какого... Flame Cannon, но это такое. Я буду довольно рад, если фаербол пойдет сюда. Ну, даже... Окей. Это не страшно. Это не страшно. Давай начнем. Я могу закрыть. Нет, нет, легенду можно два раза взять на одном маке, но наград ты не получишь два раза. Мне бы желательно, чтобы он в лицо ударил. На самом деле. Потому что что из этого дракона выйдет, не совсем ясно, да. Вот. Вот. Окей. Давай начнем. Может быть, я просто даггер достану сейчас, чтобы комбинацию на следующий ход сделать. Да, я достану просто даггер. Ну, 5-6 это солидная проблема. Конечно, не для фаербола. А, ладно. Кроссер не очень. Кроссер плоховато. Окей. Ну, скользко. Давай. Делом, делом. Может быть, мне стоило, кстати, так ударить. Потому что Flame Strike. Нет, ладно. Это нормально для меня. Ну, болезненная девочка. Ну, ладно. Не будет я с никаких Flame Lance еще. О, будет еще один кроссер. Тоже больно. Снова. Ладно. Ладно. Нет. Да, пожалуй, я ассасинейт кину. Хотя, с другой стороны, зачем мне кидать ассасинейт? У меня Алекстраз на следующий ход. Если он мне очень много урона в лицо даст, ну и ладно. Да, давай. Я больше существ достану. Это наш город. Ничтожество. Какой-нибудь фаербол еще сверху увидеть было бы очень здорово. С другой стороны, я тебя убиваю? Интересно. 6-6 плюс 3, 12, да. Давай, разменивайся.
Флеймстрайк, конечно, плохо будет. Но что делать? Да, похоже на Флеймстрайк. О, это вообще ужасно. Если еще с спелдэмэджем Флеймстрайк выйдет, то вообще беда. Не надо, не делай этого. Не надо Флеймстрайк. Кончается время. Это уж сильно. Уж сильно. Хорошо. Я могу хотя бы тебя убрать. Да. Давай начнем. Не, мне нельзя восстановление двух здоровья, мне нужно более агрессивно, конечно, зайти. Вот. Ну, главное, чтобы ни заморозка никакая не была. Ну, чтобы у нее не слишком много урона в лицо. Директ дэмэджа было. Так в целом сойдется. Что же делать? У меня еще буду доктор есть. На лечение. Окей. Таунт? Дай таунт ему, пожалуйста, дай ему таунт. Дай ему таунт. Дай ему таунт. Не надо стелс, дай ему таунт. Дай таунт. Бляха-муха. А, ну ладно, что делать. Ну, доктор. Кто хотел увидеть внуки? За орден! Ну, если я ударю его сейчас на 9, у меня останется 6. А 6 урона, ну, ему надо будет так ударить, плюс выстрелить. То есть останутся вот эти, и у меня будет летал. Что у меня еще ему летал может нанести? С другой стороны, я могу безопасно сыграть и вот так вот ударить. Интересно. Он мне ударит так, я его ассасинейтом добью. Мне надо решиться. Интересно. Cool blood. А, ладно, хорошо. Да, я думаю, так правильнее. Да не, мало гард. Ну, что еще? Не, здесь я проиграю, видимо. Если он мне еще попадет, ну он по-любому же мне попадет какое-то существо. Ну, Скарлетт Крусейдер будет самое лучшее, если он попадет вдруг. Если у него будет за тройку, которая, значит, по единице урона всем наносит, это уже я никак не выиграю. Ну все, я проиграл. Не, ну еще, в принципе, действительно, значит, и смертельный яд, и матрос, и Cold Blood, они все еще выигрывают. Вот. Ну давай. Не, ну. Если бы я по-другому бил, нет, я все равно вряд ли бы играл. Замолот рока! Будь начеку. Так, это мы убираем. Ну, в принципе, можно оставить. Давай оставим. Ну, хотя, может, было бы четверку оставить. Ну, голь у меня 1, 2, 3. Или 2, 3. Без сержант строго идет на первый ход. Этот стол важно. Вот четвертый. Привет.
Ладно, давай я дагер достану. Никуда не тороплюсь. Итак, у меня есть вариант, либо я танк-паук достаю, он мне достает фланг-антотом и разбивается, что не очень здорово. Либо я достаю Скарлетт Крусейдер, тогда он мне Эрчок может кинуть. Но Эрчок это, наверное, менее вероятная карта, чем фланг-антотом, поэтому я достаю ее. Ученики, внимание! Серьезно? Удар так? Интересно, да. Что мне его делать? Так. И тебя могу достать. Форка будет очень страшная. Ну, в принципе, если я этих двух достану, тоже форка будет нехорошая. Могу тебя достать просто как контроль стола. Очень примкни к нам. Давай, с другой стороны, мне не нужно так много сейчас атаки. Да, мне не нужно так много атаки сейчас. То есть мне желательно вот так, да, сделать. Самое такое правильное. Не, давай я пятерку достану. Примкни к нам, или умри. Ну, хекс плохо. Да, похоже на хер. Я готов учиться. Ну не вздумай сесть здесь. Пошел. Да, я разменяю. Разменяли? Да, я разменяю. Я, конечно, могу вообще жадно пойти все делать. Это тотем. Потому что тотем это желательно, чтобы заново вышел. Да не, ладно, я разменяю. Мы с тобой. Здесь благо убирается. Привет, Рамфал, да, первый ринг. Угу. Комбинушка. Ну, сейчас я ее не хочу делать. Сейчас я сделаю ее, наверное. Ну, конечно, гроза будет. Ага. Что делать? Опять же, гроза сейчас очень редка. Видимо, это первая арена, где я сначала подышу Ликстразой, а потом буду бить. Хорошо. Мне, видимо, придется так убрать. Ну, сейчас подумаем. Сейчас подумаем. Я могу так убрать. Тебя достать. Даггер достать. Это значит 6 маны, 7 маны с вот этим. Хорошо. Нет, или кобра. Не, давай тебя достану. Значит, и как я буду убивать? Раз убивать, два убирать. Три убирать. Кобра. Кобра под АУЕ очень сильно подставляется. Да, давай мы вот это сделаем. Ну, сумеречный призыватель. Не очень, конечно, здорово. Ну ладно, сойдет. Хорошо. Стой его.
Ну, его и змейка можно. Хочешь заключить сделку? Ну, конечно, вообще-то надо было им бить. Единицу пропустил. Ну, я вроде как бы реально нацелен на Алекстразу сделал. Поэтому... Ладно. Поэтому, наверное, не важно. 5-4 бьет. Ну хорошо. Особая доставка. Так, особая доставка. Да, видимо, сейчас не время Алекстраза. Не время Алекстраза, особая доставка очень здорово. Броня сержанта очень неплохо. Да, главное попасть куда-то сюда. Давай. Не 25%. Особая доставка! Ну ладно. Иди сюда и сражайся, трус! Подписано кровью. Давай начнем. Прощай. Неплохо сыграно. Победа за тобой. Сыграно. Неплохо сыграно. Будь начеку, разумеется. Нахрен буду на первый ход. Да, я его сделаю. Ну, наверное, ладно, с карты сделаем. Ранга. Ну, окей. Конечно же, я его достану сразу. Пускай дает монетку, я только за. И если у нее есть монетка плюс братки, то мой ход полностью его ломает. В чем и радость? Я чувствую запах крови. 50 на 50. Становится жарко. Но... Один выстрел, один труп. Ну, конечно же, я не буду ее доставать. От кого я буду доставать? Тебя я буду доставать? Или даггер я буду доставать? Или... Хочется... Блин, я даже не знаю. Не, я, наверное, достану его. Ой. Просто даггер слишком медленно. Нужно что-то на столе иметь. Давай. Давай начнем. Делай так. Я не буду атаковать. Мне его убьет, мне это не очень нравится. Да, мне это не очень страшно 1-1 сейчас. Ну, получаю 2 урона. Дополнительных, ну и что? Это немного. Мне главное занять стол хорошо. Просто пас. Давай начнем. За орден! Че, я мог бы. Я не знаю, зачем я делаю вот так. Я мог бы сделать просто его, и было бы все как надо. Да, я сделал ошибку. Я не знаю, почему я сделал. Что-то я слишком много думал об этом ходе и сделал его прям автоматом. Хотя это неправильно. Ну, ладно, я могу единственное, что так. Давай. На особой доставке даже лучше. Особая доставка! Фейс. Можно поагрессивнее начать.
Я летал на следующий код. Вера, мой щит. До свидания. Тебя убиваем? Нет, но я близок. Ну, конечно же, я сделаю так. Иди сюда и сражайся, трус! Давай начнем. Красить бомбы! Примкни к нам! Сколько есть максимально на арене побед? Столько у меня и было. Я думаю, и сейчас мы дойдем до этого самого максимума. Левел 40. Не стоило напрашиваться. Будь начеку. Не, он мне не нужен. Нужен ли мне объездить сержант? Тоже не выглядит такая... Я могу его на первый ход кинуть, потому что вот он мне будет полезнее, и я в комбинации с тройкой смогу его сыграть. Да? На третий ход... Значит, на первый ход я сделаю обидеть сержанта, на второй ход я сделаю даггер, на третий ход я сделаю монетка, пиратик. И делец, вернее. Да, мне устраивает, давай. Привет, Кельвин Догас. Сколько на моем, значит, добавлять не добавляю? Первое. Ну ладно, хорошо, я достану через монетку. Даггер. Ничего страшного. Сколько, не помню. 3800, 6500, наверное. Навскид. It's fine. Давай начнем. Я могу на следующий ход сделать объявить сержанта и главаря братства. Ну, тоже здорово. Давай, 4-4 какого-нибудь там. 3-4. Взять, живым или мертвым. Хорошо. Оу. Я, конечно, могу так сделать, но не. Иди сюда и сражайся, трус! Это наш город. Ничтожество. Покажем им. Угу. Йети. Что я буду делать с Йети? Ну, раз-два могу сделать. Все в лицо ударить. На следующий ход достану даггер, что-нибудь придумаю. Не буду ставить даггер. Ну, в принципе, даггер фиговый. Ну, единственное, что я 2-2 кину на 2 на него. Разменяю. Да ну, фигня это все. Не, да, лучше так сделать. Может, договоримся? Чего делишься? Так намного агрессивней. Ну, пока еще Близзарда нету. Флеймстрайка нету. Explosive ship. Окей. Ну, конечно, потрясающе для него. Ладно. Больно. Что тут скажешь? Я служу повелителю огня. Я могу сделать ассасинейт, но только я не думаю, что это правильно. Если у него будет флеймстрайк, то мне будет... Конец мне будет. Ну, конец. Да, здесь надо подумать. Так много вариантов.
Мог просто Даггер Скарлет сделать. Значит, ход один, раз, два, я не боюсь сламстрайка. Ход два. Ассасинейтед слишком безопасно, мне не нравится. Это не ход победы, мне кажется. Ассасинейтед. Я могу сделать что-то типа вот такого вот. Да, я, пожалуй, так и сделаю. Такой 50 на 50. Не all-in и не совсем безопасный. Дать огоньку. Ну ладно. Найс. Это мне повезло. Примкни к нам. Или умри. Да, попал. Не знаю, мне кажется, я лучше его достану. Ну хотя, не, давай тебя, кореш, я Даггер достаю. Давай тебя. Ассасинейт на него кидать? Мне нравится, но что делать? Да, наверное, придется ассасинейт кидать на 3-6. Единицу урон бы сюда как-нибудь получить. Для знака природы. Ну, в принципе, и ладно, я так разгоню. Я думаю. Ну, правда, он меня убьет его. Ну, может быть, там стелс какой-то будет, или плюс армор. Дай мне стелс или плюс армор, пожалуйста. Реверсинг свитч. Ха! Интересно. Не, я могу сделать 10 урона ему нанести. Так много вариантов. Наверное, это не очень здорово. Я могу реверсинг свитч ударить, реверсинг свитч сделать, и потом колблат. И у меня получится очень такое серьезное существо. Трудно будет бороться. Мне надо решиться. Да, пожалуй. Да я и оставлю пока. Да, зачем мне это делать? Колблат сейчас бессмысленно. Ну вот и 12 первые мои в этом дополнении. После вчерашнего дня так вообще мана небесная. Так, что, кстати.